19 апреля Саровский драматический театр приглашает горожан на премьеру юбилейного спектакля «Берегите голову» начало в 18:00, а 20 апреля в 18:00 на сцене премьера спектакль 19. 20 и 21 апреля в 11:00 в театре покажут сказки для малышей «Белоснежка и семь гномов» и «Пэтсон и Финдус». Приобрести билеты на все спектакли можно по пушкинской карте. Для маленьких зрителей 20 и 21 апреля в 11 и 16:00 откроют свои двери театр «Кукол Кузнечик». Там покажут спектакль «Необыкновенное состязание». Спектакль рекомендован к просмотру детям с 4 лет. Городской музей приглашает на выставку «Стремление» Марии Егоровой и Софии Погудиной. В экспозиции представлена живопись и керамика. В выходные в художественной галерее пройдет экскурсия по выставке «Русский замок. Кузнечная летопись». А также покажут кинопремьеру. Желающие могут принять участие и в творческих мастерских. Центральная городская библиотека имени Маяковского приглашает 21 апреля в 13:30 на телемост «Саров-Крым. 10 лет дружбы». А в 16:00 на День киноклассики «Сюда не залетали чайки» к столетию Астафьева. Дом молодежи 21 апреля ждет активных любителей мелодии и композиции различных жанров от хитов 60-х до современной музыки в танцевальном клубе в стиле ретро. Все желающие могут активно провести время, познакомиться и пообщаться друг с другом. Для лиц старше 18 лет. Центр внешкольной работы приглашает 20 апреля в 9 часов утра на городские соревнования почетных караулов, которые пройдут около военного комиссариата. А 21 апреля в 10:00 всех горожан ждут на чемпионат города Сарова по пауэрлифтингу среди мужчин и женщин от 14 лет в клубе здоровья. 20 апреля в молодежном центре пройдет форум «Воспитание счастливой и гармоничной личности». Начало в 11:00. А 21 апреля там пройдет открытый весенний кубок КВН-2024. Весна идет, весне дорогу. Ледовый дворец в субботу и воскресенье приглашает всех желающих на массовое катание на коньках. Проведите время с пользой, чтобы потом рассказать друзьям и коллегам, как здорово вы отдохнули в выходные.